Я знаю! Пойдемте в бордель! Типа мальчишник! Лютик, если ты вдруг не заметил, мы тут о постоянных отношениях говорим. Кроме того, меня туда не пусть. Я грязный нелюдь. В доме ночи главное, сколько у тебя денег. Кроме того, мадам должна мне услугу. Геральт, не будь таким занудным. А краснолюдки у них там есть? Ну, конечно, это ведь лучше бордель в Темерии. Так что, Геральт, ты идешь? Говорю тебе, ничто так не проясняет мысли, как поход в бордель. Ладно, пошли. Ну, пасашок.